Дорогие друзья, сегодня рано утром украинские СМИ выложили в интернет печальную новость. Давно мы не слышали ничего об известной украинской артистке Віталіні Цимбалюк-Романовской. Но сегодня рано утром мы обо всем узнали. Оказывается, вчера вечером на фоне нервного срыва Віталіна Цимбалюк-Романовская попала в больницу в Киеве. Что произошло в жизни артистки, какие перемены настигли ее, пока не разглашаются. Самой же артисткой, естественно, связаться не получается, так как это совсем другая страна. Сейчас наши источники работают в этом направлении, друзья. Мы очень сильно переживаем за данную артистку, ведь многие из нас являются ее поклонниками. А вы подписывайтесь на наш канал, смотрите наши новости. Главное, никогда не забывайте, друзья, что наши источники день и ночь работают для того, чтобы вы смотрели каждое утро на нашем канале интересные выпуски о звездах шоу-бизнеса.